воспитанницы Одинцовской спортивной школы одержали победу на первенстве Московской области по волейболу. Юные спортсменки участвуют во всероссийских турнирах, а часть девочек входит в молодежную сборную команду. Мы участвовали в первенстве Московской области как раз этими тремя командами. Значит, всеми тремя командами мы первый раз, наверное, за всю историю нашей школы стали победителем во всех трех возрастах. Последнее наше соревнование – это было первенство области по 2007 году рождения девочек. Вот, мы там одержали победы, не проиграв ни одной партии, то есть заняли первое место, обыграв всех соперников. По словам тренера, цели у команды амбициозные. Борьба на соревнованиях всегда плотная. Лиза знакома с волейболом с самого детства и мечтает попасть в профессиональный спорт. Вообще у меня брат занимался давно уже волейболом. Вот, я когда маленькая была, все время ездила с родителями по всем городам, смотрела за ним там, и тоже хотела заниматься, вот, очень давно. И потом, когда уже подросла, меня родители отдали на волейбол, вот, и мне понравилось. Прием и подача в игре требуют точности. Для их отработки девушки занимаются 5-6 раз в неделю и годами оттачивают свое мастерство. Больше всего мне нравится подача и атака, потому что у меня это больше всего получается, и мне больше всего нравится это выполнять. В этом сезоне у девушек было немало спортивных побед. 23 мая в спортшколе проведут заключительный турнир, посвященный окончанию тренировочного года. А в июле команда начинает подготовку к новому сезону. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».